Здравствуйте! Представляю вам профессиональный инструмент от Makita – перфоратор HR4001C. Особой популярностью пользуется среди электриков и строителей. Эта модель заменила собой другой перфоратор в линейке продукции Makita – HR4000C. Этот аппарат не может быть использован как альтернатива дрели, так как работает только в двух режимах – долбление и сверление с долблением. В дополнение оснащен удобной функцией электронной регулировки скорости. Благодаря ей стопор выключателя обеспечивает постоянную работу инструмента без непрерывного удержания пальцем кнопки. Это позволяет быстро и эффективно работать с материалом высокой плотности – камнем, армированным бетоном и многим другим. Обладает мощным двигателем на 1050 Вт. Он позволяет разгонять сверло инструмента до 480 оборотов в минуту или совершать 2750 ударов в минуту. С такими показателями перфоратор с легкостью проделывает отверстие в бетоне диаметром от 12 до 40 мм, а в режиме долбления может применяться для устройства проемов, штроб, а также удаления старой каменной или керамической плитки. Если угольные щетки достигнут определенной степени износа, встроенный сетевой индикатор непременно подаст сигнал о необходимости их замены. Более того, перфоратор оснащен расцепной муфтой. Она обеспечивает проскальзывание вращающихся элементов во время заклинивания бура. Это предотвращает рывок и защищает оператора и двигатель от возможных повреждений. И вы никогда не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.